Из Москвы первым пассажирским рейсом на Чукотку вылетел самолет Н-171. Командир самолета — летчик Тягунин. Расстояние 8250 километров самолет пройдет в 10-12 дней. Господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Певек. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло, застегните ремни. К выходу мы вас пригласим. Благодарим за внимание.